Сегодня у нас 16 июля 2021 год. Я играл с одним из Австралии, шахматист Скат Блу, его это псевдоним. 1800 у него было, 20 очков, 10 я у него сейчас забрал, или 9 я забрал. Сейчас хочу показать, как протекала партия. Я играл белыми. У него было в конце игры преимущество на целую фигуру, но так получилось. Я хочу, чтобы Габи видел, Лёр и Ланчик, как можно смело ставить мат при неполном силе фигур. Полный. Все было хорошо. Потом я в одном месте сделал ошибку. Вот здесь. Он, конечно, идет сюда. Вот это его. Но я даю шаг. Он идет сюда, а потом я иду вот так. Бить он будет все. И он что делает? Он бьет пешку вперед. Вот этим он меня обманул. Пешку. Я что сделал? Я взял слона. Он говорит, конечно, я даю шаг. И вот теперь... Я даю шаг, и опять даю шаг, он закрывается, я сюда шаг даю, сюда идет, я коня вытаскиваю. Вот здесь опасность, он напал, я сюда, вот сюда, я что делаю, шаг, потому что, ага, вот сюда пошел, опасно очень, я шаг пешкой даю, это хороший ход, теперь он сюда пошел, я сюда пошел. А, почему я сюда пошел, видишь, он взял у меня фигуру, а я ему ставлю мат. Мат красавец, я считаю. Это мы потом на YouTube посмотрим. Сегодня 16 июля 2021 год.